А зачем две надписи loading сейчас на экране? Меня вот это интересует. Мол, один раз не поняли, вот он второй раз. Как убить по-тихому человека, который тебя видит? Мне просто вот интересно, как? А у тебя разве не написано там Бейн, Jewelry Store и там всякая остальная херня? Ну вот где эти все вкладочки? Я просто не вижу здесь лодинг ни один, ни второй раз. А еще объясните, вот смотрите, кто-то из нас спалился, и полицейские начинают стрелять по всем из нас, или только по тому, кто спалился? Нет, походу только по тому, кто спалился. Угу. То есть могут не все, херня мается. Ну, но там автоматом же маски одеваются. Ну ты можешь снять, нет, по-моему нет. А, если, нет, если оделись маски, то все, просто там, когда Илью коп схватил, вот именно схватил, не убил, а схватил, то у меня, по-моему, не одевалилось сразу. Угу. Потому что нет, фиг его знает. По-моему, я в последних в этих миссиях во всех сам надевал маску. Жал Гэда, чтоб кровать. Ну, в клубе точно автоматом оделись. Окей, time for a smash and grab. We're looking for the agreed amount of jewels from the store. If you want more, go back and get it. И чё, если убежать от него, то потом снимется маска. Да не, если маска наделась, то тогда ты в жопе. О, чувак стоит слева, осторожно. Тут поменялось все полностью, тут еще что-то стоит. Коп опять стоит здесь. Да, и один идет слева. Он меня спалил. Тут больше их стало. Да что ты будешь делать? Он ходит все время сюда. Меня обнаружили. Можно кто там? Гражданских проходить. Все. Меня обнаружили. Вот сейчас вы можете сидеть спокойно. Сейчас снимется подозрительность и снимут маски они. А я и не одел. И виспа не одел. Да. У меня ничего не поменялось. А вот теперь оделись. Вот а какого хера? Я просто не понимаю. И почему-то эти гражданские от одного единственного толчка в спину умирают. Я хотел его положить на землю, а он умер. Да-да. Ох уж эти американцы. Забирайте брюлики и свалим отсюда. Я не знаю, это тупость какая-то. Просто надо... Нет, здесь по-любому без стрельбы не обойтись. Так что... Так что в любом случае какая-то херня происходит. Надо просто встать по нужным местам и начать только тогда ограбление. Успели вызвать полицию-то или нет? А то что-то я опять с датчиком все. Тебе, кстати, надо было, да, раньше, его надо еще до начала ограбления, наверное, ставить. Так, я пока не этот, маску не одел, не могу его развязать. Да, нельзя, наверное, это. Так, подожди. Мы все залутали. Че еще игре надо? Да. Все. Народ, а что, можно каждое дело бесконечное количество раз перепроходить и за это будут давать опыт и деньги? Да. Не говорите, мисс. Все. За это еще дают ачивки, наверное. Ачивки? Так, а я, может, не собрал? Нет. Нет, я собрал. Подождите, так мы же все собрали, и что нам еще надо ждать? Я что-то не всосал сейчас. Подождите, народ, вы эти-то сейф. Мелкие брюлики-то тоже. Тут сейф. Тут сейф есть, я сейф нашел. 5 минут ждем. Если кто-то может взрывать, то взрывайте. Вот тут есть взрыв какой-то. Танцпол. Или отмычки, я не знаю, тут отмычки есть. Можно отмычки взрывать. О, отмычки я могу отмыкать. Иди. А, нет, тут дрель поставил копы, уже. Копы внутри, внутри копы, вот где это? Можно убрать, наверное. Нельзя. Не трогать моих заложников, это мои заложники! Они освободили уже, что ли, одного? Нет, двое я как забрал, вот они валяются около меня. Дробан. Почему не могу дробан взять?
А тут вообще, по-моему, я дробовиков не видел. Вот валяется по мне. Не есть, но я что-то... Нет, в меню покупок. Нам. У полицейских ты видел? Давайте отнесем, потом вернемся еще. Тут же можно будет вернуться. Можно отнести? Да-да-да, можно. Все, вижу. О, сколько их тут. Фак, фак. И мне туда идти? Или куда? Куда мне? А-а-а. Куда хочешь. Я уже все отнес просто. Я жду сейф. Не, пока что не уходим. Блин. Поднимите. Я далеко. Подожди. Прикрой кто-нибудь, я подниму. Охерина. Охерина, охеренно. Охерина? Бежи, милотик! Мне кажется, пора уже это, медицинскую аптечку. Помните, где машина раздолбана? Я туда кидаю. Зачем лучше здесь? Ну офигеть. Зачем лучше здесь, вот около сейфа? А, все понял, где ты положил. Могу патроны положить. Серега, иди сюда, я патроны положу. Клади. Там же, где и патроны. Иначе прикрой. Аптечка, то есть. Спасибо. Сзади, сзади, сзади. Трое, трое аж спустились с крыши. Не трое, не хочешь. Шокеры еще. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. С другой стороны. Так, все взяли, давайте бежим это. Уже аптечка кончилась? Нихера себе. А она на 3, по-моему, всего лишь. Вау. Сзади снова с крыши. Внутрь, внутрь, внутрь. Это херня какая-нибудь от... Господи. Давайте здесь посидим. Сидим тут. Виспа, ты молодец. А зачем ты это сделал? Дрель вообще когда-нибудь... Приманка, что ли? Работает сама. Что? Что? Забей. Ты просто кинул так сумку забавно. Нет, я проверял, она у меня есть или нет. Просто. У тебя написано. Рядом с основным оружием. Патронами. Енот как обычно, енот хватит! Ау-ау-ау! Нет, ну, хватит у меня так делать. Ничего... А, нет, у меня да, написано, но. Я просто посмотрел, что я патроны подбери. Бегать быстро. Подобрал. И что-то подумал, что у меня нет ничего с собой. Что в какой-то из прошлых миссий, когда подбирали тяжелую сумку, нельзя было бегать. Вот. Объяснил. Здесь просто надо вначале четко встать всем на одном месте, чтобы быстрее завершить. И все. А по стелсам здесь особо не пройти. Тут уже... А, нет. Ясно. Они прямо у меня на глазах из воздуха резкие. Да-да-да. Офигеть. Полминуты. Сетевой фильтр. Ну чё там? Ждём. Весь наконец добежал. А тут может ещё что-то можно собрать? Одного, кстати, освободили. Нет. Только если отдельные. Ну это вот мой лежит. Брюнишку взял случайно. Моих освободили. Тут можно еще одну взять. Я нашел, что забрать. Ай, там открылось. Что там внутри? Ух, сколько их. Там всего-то 5000 в брюликах и 1500 в банкнот. Там сзади снайпер. Там у меня патроны кончились. Убил, или ты убил меня. Все, идем. Больше нечего доставать. Там патроны еще остались? Там много-много. Срать тогда. А-ля-ля-ля-ля!
сзади еще больше, сзади еще больше. Енот, ты хорошо упал. Супер, просто. Тут сбоку стреляют. Что ждем-то? Уезжаем! Весь ждем! Так. Я тут мертвый. Ты, там есть кто-нибудь рядом? Я бегу, подниму. Нету, только снайпер, только снайпер. Да куда ты пошел? А ты зачем пошел? Енот тебя поднимет. Да я не пошел никуда. Снайпер перпендикулярно улице. Я его даже не вижу. Я вижу только от него. Енот, аккуратно. Бежим отсюда. А-а-а! О, они отвлекли на себя огонь. Спасибо. Я упал. Я тоже. Вы ушли, нет, я не понял. Мы сделали. Потрясающе. Просто отлично. Это была минимальная сложность, что ли? Да. А мы были без бронежилетов. Чё-то игра все сложнее и сложнее. Надо просто выключать идиотизм. Не дали скиллпоинта. Мне тоже. А нам дадут сейчас выбрачить? Оу-е-е. Пожалуйста, только не деньги. А, не деньги. Ага, цвет дадут. Засранство. Фак. Мне дали тот же самый. Отлично, мне дали тот же самый предмет, который у меня уже есть. Та-дам! Tactical Pistol Light. Пистол-лайт. Пистол-лайт. Прям почти как Ukrainian Skills. Ukrainian Job. Job, да. Кто-нибудь замечает эту потрясающую сюжетную линию, вот эту вот отличную? Угу. Ты же говорил, что там убер-сюжет будет интересно. Да. Вон тут мужика сняли даже живого. Как будто гифку 10-секундную отпустили. И постоянно он жует что-то. Потрясающий сюжет. Ну, тут есть какой-то магазин P-Out, так что я, пожалуй, не буду это комментировать. Смотри, злить меня написано на заднем фоне. Я вот так не понял, наверху написано день 1, день 2, день 3. Это имеется в виду дни реальные? Ну, походу, да. Типа неделю ты грабишься, а потом сваливаешь на Канары. Зашибись. Вау, кто-то будет играть каждый день. Давайте оглядимся. Вот этот магазин надо грабануть. Let's do this. Я нашел Apple Store. Лаптоп PRC-30. Игрушка. Ну, это точно этот. Apple Store. Сволочи даже сюда рекламу запихнули. Присесть — это тоже подозрительные действия, представляете? Отлично. Воу-воу-воу. Осторожно, там камера внутри. Вот вам не кажется, вот мы за сколько тысяч рискуем? По 5000 долларов за сумку. Вот мы бы могли прийти вот на эту стоянку, забрать вот эти 4 машины. И без всякого риска. Эти 4-5 тысяч спокойно от этого. Ой-о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 й-
сюда зайду. В тайм-аут. Привет, детка. Скучаешь? Китайский магазинчик какой-то. Прям Хитмана напоминает. Интерьером. Воу-воу-воу-воу. Тут камера тоже. Так, меня увидели, меня увидели. Меня увидели, если что. Там камера внутри, лучше внутрь не заходить. А чё надо грабануть, кто-нибудь понял? Четыре магазина. Тап надо нажать. Четыре? Ну и два уже вижу. Где еще? А, все вижу. Продуктовый здесь, окей. The Peer Store. А, жесть. Ну я говорю, Apple. Так, давайте тогда каждый по магазину выберет, я вот этот возьму. Ой, я только не Apple. Начинаем. Посмотрите только через. Посмотрите, чтобы можно было войти через окно и чтобы внутри никого не было. Договоримся и выбьемся по-тихому. Так, у меня внутри 4 гражданских и все. Мне что, их убить? А, нет, еще этот. Виспа, рядом с тобой 4 камеры.
Вы попробуйте найти вход со двора. Вот у меня вход со двора я есть. Я нашел, я сразу же его нашел. Вот там что-нибудь есть? Я только не вижу, что здесь нужно залутать, если честно. Тут только... Да тут ни хера нету! Ну я ноутбуки буду, видимо. Вора. Погодите. Погодите. Рейджер, вот иди-ка, иди сюда, вот. Тут есть я соседний двора, с тобой оба буду. Наших магазина. Ну, да, я знаю, вот. Я туда... Я пошел посмотреть, что там справа. Ты будешь холодную соду воровать, судя по вывескам. Ну, вон я тетю буду воровать. Здесь нужно просто найти какие-то ценные предметы в магазине. И все. Так, когда решим начать, скажите мне, я сразу положу передатчик. Чтобы заблокировать связь. Кого увидели? Кого увидели? Енот, ну что ты сделал? Енот, убегай, убегай, убегай. Увидели? Увидели уже? О, боже мой. Я положил. Просто по магазину ходил. Наушники не могу воровать, что за фигня? И ноутбуки не могу воровать. Я не знаю, тут вообще ничего нету. А, нужно убрать 15 тысяч долларов, все. Где кэш? Кэш и сейфы. Вообще ничего нету. У меня ничего нет. В китайском магазине сейф. Видимо, только там и уже журнальчик есть. Бал. А, ну, видимо, каждый раз меняется просто. Видимо, поэтому тебя загасили. Вот тут можно бензопилу поставить, если у кого-то есть. Демонкомат. Едут козлы. Я пытался его расстрелять, ему пофиг. Ну, видимо, все у енота. Потому что у него сейф. У меня тоже сейф, я его пилю, но это маленький обычный сейфик. У меня вообще... Смотри, шелец. Да-да-да, я видел. Сюда. Журнальчик, бро. Где? Вот на столе, на столе. О боже. Только там не бро. Только там не бро, да, действительно. На бло. Ой, у меня застряла дрель. Тут вообще ничего нету. Как она так быстро застревает? Вот здесь можно было по-тихому войти, енот, вот здесь вот. А, не суть. Может, я что-то не увидел? О, господи, невидимая гребаная стена! Рейджер, у нас сзади. Вижу. Блин. К вам пойдут. Ну, у меня вообще ничего нету. Нету здесь нихера. А у всех я чё... Рейджер, ты нашел у себя какой-нибудь сейф? Ну, у меня пилится сейф еще чуть-чуть меньше 2 минут. Где? Я не вижу. 100 секунд. Вон лежит. А я не вижу у себя сейфа, господи. Может, я не нашел его? Ну, может, их всего 2. Нет, их 3, вот именно что. У енота. Но... У меня есть. Чё ты не всосал? А где? Чёрт, я чё такой неудачник-то? Сам выбрал. Тут кофейня, а тут по-любому должно быть. Тут до хера до жрачки должно быть. Жрачки, еды. Миллиарды просто лежат. Бегу. И камера тут. И баба связанная тут. Просто потрясающе. К еноту идут. 45 секунд у меня. Да, что-то на этот раз меньше, намного полиции приехало. Он тут справа от меня. Блин, так это тоже автоматическая винтовка. Какого хера тогда? Здесь балансовый оружие. Какой раз с ракет? Да. Бегу. К тебе залез один. Убил. С стороны окон. Убил. Черт! Мне даже поживиться нечем. Мне тоже чуть-чуть, можете бежать ко мне.
Отдали ачивку. Ну все, у нас общая задача 15. Я уже 10 взял. Может, 80 еще секунд. У енота там походу миллионы. А я с бронежилетом, мне насрать. 20 секунд у меня осталось. А что дали Gold Digger-то? Мне, мне интересно. 9, 8. Ну как кто свернется и посмотрит, кто у нас чип. Вот так! Но он меня не показывает. Я навел на него, но ничего не показало. О, у меня на 3900 лежало медалик. У тебя 3900 лежало, что ли? Да. Ничего себе. Ау. Не, ну ты присмотрю за ней. Уходи, ты ей не нужен. Не-е-е. Иди ищи свой сейф. Да нету его! Вот Джеком и деньгами. Там некуда его ставить. Ух ты, какой у вас тут этот... Просто посмотрите. Магазинчик. Тут только срань. Сейчас. Тут только срань. Вы хочешь найти срань? Просто срань до жопы. Да мне кажется, что они даже текстуры использовали те, что в этом в первом Payday были. Потому что на журнале написано музыка 2011 года. Ладно, даже я... не перерисовали журнал. Я хоть патроны тогда положу. Там невидимость, да? У меня нет. Вот здесь. А, все, нам надо просто сбежать. Иди сюда, чего там сострели? Это все? Да. Потрясающая миссия. Ну, видимо, это самое начальное. У, какая классная жопа. У. Вау, какая... У меня все зависло. Просто потрясающе. Что это? У меня зависло. Потрясающая игра. Отличная игра. Все зависает. И я так подозреваю, что нам ни хера не дали, ни бонусов, теперь ни экспы, да? Ну, хрен его знает, может сохранилось сейчас. Я зайду посмотрю. А что, у вас вылетело? Обновление просто, Payday. Просто у меня висит. У меня не вылетело, у меня просто зависло. Да, тоже. Оно, видимо, не отвиснет. Просто потрясающая игра. Потрясающая игра. Сколько раз она уже вылетела? У меня 3. Ну, 2. Играли мы всего в сумме часа 2. Лютое обновление. Насколько? Началось. Не знаю. Колбасит то от 7 часов до 5 минут. У меня то же самое было, у меня она распаковывалась 40 минут, потрясающе. Просто охренительно. И мы 5 уровень еще не получили. Ну, это был... Мало того, что игра меня только что унизила, не выдав мне сейф. Так еще и вылетела, тварь. Просто отлично.